Ух. Давай работаем. Так, добрый день, дорогие друзья. Добрый день. Продолжаем наш бесконечный сериал «Клиника. Доктор Хаус». Да. И как нас учила Наташа Барбье, мы сегодня оделись с тобой. Мы не в черном, и не в белом. И не в черном, и не в белом, да. Я в красном, ты в зеленом. Нам нужно в команду желтый. Да, желтый. Светофор. Так, расскажи про объект. Это, в общем, к нам обратилась заказчица из Ульяновска. Вот, ее зовут Ирина. Она вообще художница, как я узнала в процессе работы над проектом. Вот. Им нужен был дом, ну, где-то порядка там 200-250 метров, с гаражом сразу строен. Mm-hmm. Вот, они с мужем, у них есть уже довольно взрослые дети. Вот, поэтому, ну, довольно классический запрос. Три спальни, кухня, гостиная, подсобные помещения, там, топочная, вот, хозяйственная какая-то комната. Участок. Небольшой участок, довольно тесненький, и плюс еще у них ограничения на участке. Вот нам в последнее время везет на ЛЭПа. У них также вот здесь вот по границе участка проходит линия электропередач, соответственно, 10 метров, которые падают. Да. Вот, поэтому, в общем, мы вписывались, скажем так, буквально вот опять-таки там по сантиметрам, да, чтобы мы по ширине вошли, чтобы хоть какую-то часть участка оставить, во-первых, ну, где можно там на земле пожить, вот, а не только везде один сплошной дом. Хотят еще ставить бани, но не знаю в итоге, будут, не будут, потому что баня целиком попадает в зону ограничения. Вот, ну, бочку поставить можно? Ну, бочку, конечно, может. Или этот бассейн надувной. Вот. И вот у нас получился такой небольшой, аккуратненький домик, одноэтажный. Да, север ты хорошо расположила. Но у них удачно. Да, все удачно. Да, и заезд, и все. Так, детей они на участок, сами на палисадник. Тоже нормально, в принципе. Ну, вот, в общем-то, у нас, как я говорила, гараж нужен был. В контексте дома, чтобы был проход через, вот у нас через хозяйственную комнату. Зашли, у нас довольно просторная, светлая прихожая с небольшим своим гардеробом. Здесь гостевой санузел. Угу. Вот. Это, ну, гараж плюс хозяйственное помещение, топочное. Тоже старались вынести поближе сюда кухню. Вот. То есть она хочет все-таки газовую плиту, да? Ну, видимо, да. Ну, слушайте, есть газ и... Глупо не воспользоваться. Ну, серьезно. Не надо так на нее смотреть. И вот она будет мыть эту газовую плиту постоянно. Вот это, ну, бред, понимаешь? Но уже, ну, никто уже не пользуется этим уже. Никто. Никто уже, все уже. Вот это вот и... Но, тем не менее, запроектировали. И вот это вот херотень будет вот или так, или там, ну... Да. Я всех женщин отговариваю. Я сам был вот только за газ, а когда вот попробовал готовить на электрической плите, прекрасно все получается, даже лучше. Все. Привычки, кстати. Ну, да, привычки. Это два лагеря, прививочников и антипрививочников. Нет, ну это... Газовых, остоконечников или тупоконечников, да, нет, это вот просто это уже... Просто, и опять же, если газовая плита дорогая, значит, ты должна это отделить. Все, по нормам, все. Да, да, да. Газовая плита, это ты должна отделить эту вот кухню от гостиной. Понимаешь? Я не знаю. Ну вот, знай. Если газовая плита, значит, мы должны все это отделить. Так что делаешь электрическую плиту, там берешь там раз, два, три, четыре, там девять, и нам моментально разогревается, готовь все, что угодно. Сам, вот ты стоишь, там медленный огонь там делаешь, это он гаснет, а тут вот на единичку ставишь, и он спокойно готовишь. Ну, привыкла же. Конечно. Пироги какие ты делаешь замечательные. Что делаю? Здесь это, значит, будет там это духовка будет электрическая, там, посудомоечная электрическая, там все, все. Вот. Так что это котельная, она. Но, тем не менее, газ будет, поэтому... Ну, газ будет, да ради бога, вот там газ подошел сюда. Общественная зона с выходом на открытую террасу. Пока открытую, там дальше посмотрим. А вот.
И здесь, соответственно, выход на участок. И это приватная зона, где, собственно, сосредоточены спальни. Мастер-спальня со своим гардеробом на самом деле, ну и вот общий санузел для детей. Такой довольно компактный домик. То есть дети подросшие, и ты решила не делать там нашу обычную эту фишку, когда мы их звукоизолируем. Ну, понятно, да, вот там, потому что он приведет там свою подругу, а тут ребенку 8 лет, понимаешь, ну зачем ему это все слышать? А так вот, все-таки вот. Ну, как вариант. Ну, и тут две ванны, я бы тут все-таки делал бы этот поддон. Ну, уже суточка он не плавает, я думаю, этот ребенок. Слушайте, ну вот что вы такое суточка? Ну, кто-то любит полежать в ванной. Ну вот это все, вот это вот, ну вот один налил, два налили, и этот. Ну ладно, все. Тут. Хорошо, допустим, это же не принципиально. Пальмовая кровля, большие свесы. Все как мы любим. Вот, да. Угу. Трубы нарисовал, вот у нас задолбал трубы. Почему мы трубы не рисуем? Ну, я тут вижу, во-первых, это но мы еще не рисуем эти выключатели, мы не рисуем. Нет, это на стадии разработки проекта, да. Давайте так по-честному. Когда разрабатываем свой... Узлы не показываем в эскизном проекте. Или не так показываем. Ой, кстати, знаете, занялась... Не бани так... неправильно рисуем, понимаешь, какой-то пишет. Вы не умеете бани рисовать, блин, да сколько мы этих бань сделали. Звонила заказчица, потенциальная заказчица, она спрашивала, сколько стоит у нас проектировать. Я говорю, мне нужен сразу конструктив. Мне нужна там КР и КР-КЖ. Ну, в общем, уже рабочая. КД-КЖ, да. Да. Я говорю, подождите, говорю, а у вас уже есть эскизный проект? Как бы, как вы? Она говорит, нет, нам не нужен эскизный, нам сразу рабочку. Я говорю, а на основе чего вы будете делать рабочку? Я говорю, ну мы же знаем, что мы хотим. Ну ладно, хорошо. Слушай, ну ты оторвалась по полной, 3400 даже. 3400 мы сделали, потому что у них есть мысль пустить вентиляцию, кондиционирование такое полноценное в доме. Поэтому мы на всякий случай, они не уверены еще на 100% будут, они это делать не будут. Вот, на всякий случай мы заложили. Ну, на всякий случай я бы опустил до 3 метров. Ну, это изначально у нас было 3 метра. Вот, и спокойно вентиляция, она пройдет. Где, ну, слушай, ну, 3 метра, 3400 для небольшого дома, не знаю. Еще двери 2500. Ну, ты круто все, оторвалась. Эта художница, наверное... Им понравилось. Ну, мне тоже нравятся высокие потолки, высокие двери. Высокие потолки. Но если она продает свои картины на Сотбисе, конечно, это нормально. Я, честно говоря, я не знаю. Ну, я просто вот сейчас... Ты разоришь ее... Вообще очень приятные заказчики. Ну, хорошо. Очень приятно и хорошо работать. Угу. Вот, и это прям, знаете, дорого стоит, когда ну, как-то общий язык находишь с заказчиком. Кто бы спорил? Yeah.
ответ.